Всем привет! А вы знаете, что такое Рабадан? В итальянской части Швейцарии это знают даже самые маленькие детишки. Рабадан – это веселый и красочный карнавал, название которого переводится как «шум». Этот карнавал проводится уже более 150 лет, и, конечно же, самый большой происходит в городе Белензоне. Вообще, в каждой деревне проходят свои собственные небольшие карнавалы. И даже каждая школа, каждый детский сад также устраивают детям праздник с костюмами, с шумом, с гамом, с конфетти. Обычно веселье происходит во второй половине февраля, и означает оно изгнание зимы. Начинается праздник с церемонии передачи ключей от города королю карнавала, которого, собственно, и зовут Рабадан. И народ начинает веселиться 6 дней, с утра и до утра, в прямом смысле этого слова. Программа карнавала организована так, что гуляние происходит до 5 часов утра. Ну и, конечно же, самым ярким зрелищем каждого Рабадана становится большой воскресный парад, который называется «Кортео Гранде». В нем принимает участие около 50 красочных платформ и оркестров. В общем, карнавал по-итальянски – это очень весело. Come bella per corrente da ribera, noi non male mentre si appuono ne abbiamo. Sono ai bambini, quando li vedi che tu non li guarda più. Oh l'amore io ci so fare, e se ne prendo che prendo male, cercavo un bel gomorio.
Non finiranno mai.